Наши земляки продолжают прославлять Славянский район в различных видах спорта. Так, воспитанник отделения по академической гребле спортивной школы «Изумруд» Денис Репчук завоевал золото в чемпионате Европы, который с 19 по 21 мая проходил в Германии. О своих успехах спортсмен рассказал нашей съемочной группе. Наш район в соревнованиях представлял член сборной команды Славянского района, входящий в состав сборной команды России по академической гребле, студент второго курса Славянского сельскохозяйственного техникума Денис Репчук. Он занял первое место на дистанции 2000 метров, выполнив разряд мастер спорта. На первенстве Европы было на стартах 9 стран, из которых мы, Россия, держали победу. Я выступал в классе восьмерки с рулевым. Там сидело, ребята были из сборной страны. Эта победа была довольно-таки сложной, потому что все страны хотели победить, и все упорно боролись. И кто больше тренировался, тот победил. Отделение академической гребли в нашем районе работает всего 5 лет. Денис Репчук – один из немногих, кто вошел в первый набор группы. С тех пор с этим видом спорта он неразлучен. За время занятий в отделении спортсмен участвовал во многих соревнованиях, с которых не раз возвращался с наградами. И это давало ему мощный толчок двигаться вперед. Победа на первенстве Европы для Дениса – дополнительный стимул, благодаря которому, он уверен, будут достигаться новые спортивные вершины.